Доброго времени суток, дамы и господа. Многие люди думали, что это событие случится только в ноябре, только в тот момент, когда стартанут трактиры, или в тот момент, когда уже стартанет само дополнение Dragonflight, когда мы начнем прокачиваться, развивать новые профессии и изучать новые локации. Но Blizzard умеет удивлять, и дополнение Shadowlands уже включено в базовую опцию игры. То есть на текущий момент абсолютно все могут получить Shadowlands бесплатно. А что для этого нужно делать? А абсолютно ничего. То есть если вы на текущий момент имеете активную подписку или сделаете себе активную подписку, к примеру, на новую учетную запись, то у вас уже будет дополнение Shadowlands, и можно спокойно прокачаться до 60 уровня, порейдить, сделать слизневого кота, ощутить, так сказать, конец дополнения Shadowlands. Если вы в него не играли, то, быть может, вас даже порадует дополнение Shadowlands в течение этого месяца. Само собой, чтобы уже в дальнейшем продолжить игру и ощутить геймплей за Драктира, надо будет купить Dragonflight. То есть 16 ноября у нас стартуют Драктиры, можно будет за них играть, а в ночь с 28 на 29 ноября, по-моему, такие даты, стартует само дополнение Dragonflight с прокачкой, новыми локациями, новыми профессиями и увлекательными дракончиками. Как-то получается на текущий момент примерно такое развитие учетной записи. К примеру, реально вы играете на Lich King, у вас оплачено игровое время, но хотелось поиграть в Shadowlands, а его покупка отпугивала, ну, теперь его покупать не нужно, теперь Shadowlands бесплатный для всех, всех, всех. Такая мысль, уверен, это сэкономит ваши средства. Конечно, грустно за тех людей, которые условно купили Shadowlands в какой-нибудь там понедельник, или, например, недельку, две назад, но, увы и ах, такие ситуации у близов прослеживаются. То, что внезапно это происходит раньше, чем думает комьюнити. Как-то так. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!